ясно. Пацаны из двора обалдели сразу. Она опять идет к нему, вот зараза. Она королева класса в мукомольном техникуме. Зачем тебе этот черномазый с огромной пряжкой на ремне? Зачем ты по черному легла? Испортила чистую белую кровь. Зачем ты по черному легла? Приоделся, гулял по центру, проходил мимо мода. И ты стояла среди этих уродов. Они плоды ошибки генетического кода. Давай убежим с тобой на край света. В гипермаркете окей, чего только нету. И я куплю тебе все, что пожелаешь. Я нормальный пацан, и ты об этом знаешь. Зачем ты по черного легла? Испортила чистую белую кровь. Зачем ты по черного легла? Тупая ты пизда. И скучно много нормальных пацанов. Зачем ты по черного легла? Испортила чистую белую кровь. Зачем ты по черного легла? Ведь в Бафтово много нормальных пацанов. Зачем ты по черного легла? Легла, легла. Испортила чистую белую кровь. Зачем ты по черного легла? Тупая ты пизда. На вторчике много нормальных пацанов. Зачем ты по черного легла? Таджикская подруга. Зачем ты подбил и положил? Испортил чистый таджикский кровь. Зачем ты подбил и положил? Ведь купчина так много таджикский герой. Зачем ты подбил и положил? Испортил чистый кровь. Кишлак есть, киш, да, копейка.